Так, здравствуйте, здравствуйте, усаживаемся поудобнее, у нас 43 тысячи самоцветов, находимся на аккаунте игрока под ником Ленаву, опять 10, вот, вся вот такая вот, вот такой вот ник, ребятки, да, сейчас, если вы смотрите это видео, наверное, уже начался или скоро начнется стрим по Metro Exodus, я сегодня планирую часиков 6-7 долбануть, так что буду рад вашей компании. Так, так. Окей, роллинг, 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 что у нас, 82 тысячи самоцветов, а я думал это бездонатный аккаунт, друзья, я думал, да, ты посмотри, скин на ратуше, о божечки, у меня скина нету на ратуше, во люди живут, во, блин, как вообще так это, блин, у меня появляется зависть, что это такое? Слушай, на данном аккаунте... Ого, Anubis Frey, так, что-то, что-то... Ага, так. Ага, угу, так. Ага. Ну, по сути, мы, конечно, будем рады всем там редким легендам, но в целом здесь достаточно много героев. Ну, давайте посмотрим, чем наш роллинг увенчается, и мы давно, на самом деле, фениксов не выбивали. Я думаю, что хозяин данного аккаунта, он будет рад и повторкам, потому что здесь 130 тысяч самоцветов. И да, я вам не сказал, сегодня мы не будем чистить склад. Укротитель. Так, сегодня будем ролить по 150, дамы и господа. 150. Слушай, ну это ты серьезно? Ну, ты сер... ну ребят, ну чистите склад, ну елки-палки. Ну, давай же это как-то, ну, того. Ну, ты, ну, ну чё вы, ребятушки, ну? Чистим склад. Давай Феникса нам. Феникс... Всё, блин, ладно, сейчас зайду на склад, потому что это невозможно. Это что-то жесткое. Давай, где Феникса? Феникса дай. Феникс... Сноузил, обо, ворожей! Ворожей, кстати, ворожей тут было или нет? Ну, блин, наверное, был. Тут всё-таки донатик присутствует на аккаунте. Или мы выбили... А, нет, был выражение. Но повторочка, конечно, пригодится. Ладно, ну зайдем на склад. Там, наверное, много ништяков. Угу. Ну и сейчас пооткрываем. Сейчас пооткрываем. Кого-нибудь попрокачиваем. Во-первых, что у нас тут? Серьезно? А, ну это вторая железная воля, только ясно. Ну давай Ванубиса. Давай Ванубиса. Сейчас мы место освобождаем, чтобы... Чтобы четенько все было. Чтобы хорошо было. Вот, некая магия, скажем так, перед роллингом. Некая магия перед роллингом, дамы и господа. Так, окей. Идем на склад. Что у нас на складе? Так, ну, это мы открываем. Это мы открываем. Ух ты, ёлки-палки, это мы тоже открываем. О, 620 самоцветов подкатили. 950 кулаков прилетели. Так... Вы пока можете лайк поставить, ребята, да? Не забываем про лайки. Это серьезно. Это очень важно, друзья. Это очень важно. И подписываться не забываем. И ссылочки по ссылочке. Короче, ребят, игру ли там качаем по ссылочкам в описании. Поддерживаем канал. Так, ладно. Угу. Норм. Угу. 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 Ну-ка, сколько у нас... 30 мест свободно, да? Давай вот эту еще карточку откроем. Опачки. Давай вот это откроем. Новый мешочек. О! Питомец появился. Отлично. Так, это мы тоже откроем. Ну, поосвобождали мы места немножко. Потом еще освободим, если что. Потом еще освободим, если что. Давай. Паладин. Ну, я надеюсь... Ну, слушай, а где легенда? Одержимый. Ай, давай. Что-то у меня аж в боку закололо. Съел сейчас арбуза немножко. Наверное, какой-то химический арбуз был. Что ж, как-то это... Как-то не очень, ребят. Друиды. Где герои? Где герои? Князь тыква. Атлантикор. Шаман. Кристаллический. Циклоп. Палач. Да что так... Блин, по 150 ролим, пацаны. Студенистый. Королева змей. Капитан Дрейк. Повелитель бури, допустим. Ну, повторки-то, да, какие-то мы получаем, но это все такое. Нужно выбить недостающую легенду, чтобы вы лайк поставили там. Подписались на канал. Да ёб! Да ёб! Давай! Да что такое-то?
Ангел, студенист, ведьма, шаман, шаман, наемный убийца, ледяной дьявол, палач. Давай же ты, ёб твою... Ну, без мат, ну, без мата, как мне аккаунт обратно отдать-то, а? Мне стыдно будет отдавать, типа, я ничего не выбил, я ничего не выбил, я унылое говно. Ну, ладно, давай за 450, раз ты, сука, не даешь за 150. Ворожей еще один, одержимый. Че, все, что ли? Студенист, укротитель. Да ты серьезно, где герои? Я, конечно, не надеюсь на Розалинду, но... Ох, давай, налетчик, королева змей, оборотень, кристаллический эктоплазм, тритон, оборотень, панда-разрушитель, одержимый, Дед Мороз, ледяной дьявол. Где герои, падла? Рандом! 16 тысяч самов осталось. Что за говно? Как это такое возможно? Вот как это возможно? Вот как это возможно? Раз, два, три. Давай в эконом режиме, я не знаю. Раз, два, три. Феникс, приди. 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 Четыре. Ну что это за хурма? Ну как такое может быть? Ну серьезно, ребята. Ну, пожалуйста, ну давай. Ну, что ты, дай 40 тысяч самов. Ну, нормально же, Бигфут. Ну, окей. Был тут Бигфут вообще? Ну, мне кажется, тут большинство героев есть. Тут буквально не хватает каких-то новых. Вот Бигфут, да, тут с талантами больше, знаешь, проблем. Тут с талантами больше проблем. Ну, даже Седна есть, да. То есть, ну, тут дофига героев. Реально дофига героев. Бугимен, вот Феникса, Трифида я не вижу. Потому, при том обилии героев, которые присутствуют на данном аккаунте, конечно, это все дело выбить трудно, но тем не менее. Хотелось бы, да, знаешь, такой когнитивный диссонанс получается. Вроде аккаунт молодой, вроде в алтаре беспорядок. Чисто подсознательно кажется, что недостающих героев огромнейшее количество, но по факту их тут по пальцам можно пересчитать. Укротитель, циклоп. Потому этот роллинг реально, ну, такой достаточно сложный. И, кстати, не забывайте вступать в гильдию под названием «Бриллиантовые». Факела, кража в 20.45, босс 4, 21.00. Беседа в ватсапчике, атака фортов в 8 вечера. Так что, ребятушки, берем, если что, вступаем. Вот. Давай дальше. Студенистый, циклоп, королева змей. Ну как? Ладно, давай откроем что-то на складе. Я уже не знаю, ваши подарки. Что это? Удачный сундук. Ну, много удачи тут, конечно, не последовало. О, ребят, серьезно, сундуки меса? Я уже забыл, что это такое. Ну-ка, а что тут? У-ля-ля. Блин. Эх, старые добрые времена, помню. Мясо, когда добавили в игру, мы там мучились, вот, пытались там... Не у всех были в то время тыквы, мы там как-то пытались в одну тыкву проходить, чтобы с гильдийцем помогать. Жесткие времена были, друзья. Очень жесткие времена. Но он не падает, ну вот просто, я не знаю, что делать-то. Что делать-то, Карл, как мне аккаунт возвращать обратно? Как мне возвращать аккаунт обратно? 130 тысяч силы. Есть почти все герои. Ну да, повторок на выбивали, но... Ну давай, ну пожалуйста. 450. Ворожей, душегуб, но... Ну да, повторки, это как бы, блин, ну хорошо, ну как бы... Еще раз 450. Два студенистых и за 150 циклоп. Я даже не понимаю, что мы тут выбили. Ваши подарки... Ну, сундук гильдии откроем. Ну, нет, ну падали герои. И редкие падали герои. Ну, не сказать, что там супер-пупер. Но, тем не менее, да, вот тут ворожеев целая куча выпала. На многих аккаунтов не хватает. Ну, то есть, повторки выбили, да. Но, ну, блин. Хотя, по сути, я не заметил только Феникса.
Может, командоры какой-то. Вот. И Трифида. Так что, блин, я не знаю. Оцените этот роллинг сами, ребята. Напишите в комментариях, что, как, зачем, почему. Потому что я субъективен. Мне кажется, что хурма полная произошла. И, ну да, не каждый же день выпускать суперудачные роллинги. Не каждый день, ребятушки. Вот. Иногда рандомчик дает сбой. Вам же пожелаю огромнейшей удачи. Пожелаю огромнейшей удачи хозяину данного аккаунта. Извиняюсь, дружище, за то, что, наверное, не получилось осуществить твои желания и мечты. Но я уверен, что с бесплаточки ты обязательно выбьешь. Всем пока, друзья.